Традиция награждать День науки самых талантливых детей нашего города зародилась в 2008 году. Тогда ребятам учреждений дополнительного образования давали гранты города. Сейчас им дарят ценные подарки и дипломы. В этом году в списке лучших из лучших ребят из молодежного центра, Дворца детского творчества, школы искусств, центра внешкольной работы, станции юных натуралистов и гимназии номер 2. Сфера их творчества разнообразна. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то вышивает и рисует, а кто-то хорошо играет в шашки. Вам спасибо за вашу настойчивость. И вот именно благодаря ей, благодаря тому, что вы не видите границу для своих достижений, вы на этот момент вы лучшие. И очень приятно, что вот в моем городе, как глава города, я вижу таких детей, которые вот просто украшают наш город, поэтому вам огромное спасибо. Также Алексей Сафонов поблагодарил родителей, которые вкладывают время и силы в воспитание своих детей. Все эти дипломы и награды – это заслуга в том числе мамы и папы. С этим согласна и Юлия Тюлюпа. Малышка, родители привели ее заниматься в студию кадрики детской школы искусств номер 2. Сейчас она учится на отделении дизайна. За плечами Юлии победы в различных региональных и всероссийских конкурсах. Я хочу сказать очень большое спасибо моим родителям, то, что они меня привели в дизайн, научили меня любить искусство. И большое спасибо преподавателям, которые научили меня рисовать, придумывать всякие макеты клона. В этом году церемонию «Лучшие из лучших» совместили с награждением финалистов и победителей конкурса «Большая перемена 2020». Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Благодарственные письма школьникам, их родителям и наставникам вручила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова. Очень я рада за то, что ребята участвуют в этих конкурсах, потому что на самом деле это испытание, даже не все взрослые согласятся, потому что вы соревнуетесь, вы пробуете, вы где-то проигрываете, где-то побеждаете, но именно путем таких вот проб и ошибок вы создаете себя. Напомним, в конкурсе «Большая перемена» участвовали 5 саровских школьников, 3 из них стали победителями. Это Арсений Володько, Виктория Груздева и Екатерина Торопова. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.